Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня предлагаю связать очень интересный, необычный узор спицами. Такой узор, вернее подобный узор, мы уже с вами вязали. Фотографию куда-нибудь сюда я вставлю. Ссылку на то видео тоже будет вот здесь, в правом верхнем углу. Это один и тот же узор, только в прошлый раз мы вязали этот узор со смещением. Сейчас мы вяжем раппорт над раппортом. Так, то есть здесь в этом варианте узора получается как будто клеточки. В шахматном порядке, мне кажется, он выглядит более интересно и выигрышно, чем вот в этом варианте. Но хотя этот узор тоже мне понравился, необычно смотрится. Вот так. И вяжется очень просто. Раппорт узора всего 2 петли и 4 ряда в высоту, но вяжется он очень быстро и просто. Для вязания этого узора наберите четное количество петель. Я наберу 14 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Все, одну спицу мы достаем и начинаем вязать узор. Узор вяжется с первого ряда. Вы можете также связать подготовительные ряды, и они для этого узора однозначно нужны. И вот почему здесь нужны подготовительные ряды. Вот узор немного заворачивается, поэтому либо резинка, либо чулочная вязка, любые подготовительные ряды можно здесь провязать, желательно. Итак, давайте тогда я провяжу два ряда чулочной вязкой, чтобы уже не быть тогда голословной, и свяжем с вами два подготовительных ряда просто лицевыми петлями, первый, второй ряд. Все, два подготовительных ряда чулочной вязкой я провязала. И давайте начнем вязать узор. Кромочную мы снимаем. Первый ряд вяжем все петли лицевой петлей. Первые три ряда простые. Второй ряд все петли также лицевой петлей. Все петли изнаночной петлей. Четвертый ряд кромочную сняли. Далее мы опускаемся до первого ряда в раппорте, вот он у нас, до вот этого изнаночной дорожки. Под лицевой петлей самой первой у нас находится на два ряда ниже вот эта перемычка. Надеваем ее на левую спицу и провязываем лицевую и эту перемычку лицевой. Следующая петля у нас лицевая. Это раппорт. Все, это весь раппорт. Снова следующую. Следующий раппорт провязываем, перемычку надеваем на левую спицу, перемычку и лицевую петлю провязываем лицевой, следующая лицевая, перемычку надели, провязали лицевую с перемычкой, лицевая, перемычку надели, с лицевой провязали, лицевая, перемычку надели, с лицевой провязали, просто лицевая. И последний раппорт. Перемычка лицевая, лицевая и кромочная. Все, весь раппорт мы провязали. И изнаночная сторона абсолютно обычная. Вот. Простой, быстрый в исполнении, интересный узор. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и поделитесь этим видео со своими подругами-рукодельницами. Возможно, им этот узор также понравится. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!